В прошлом году вы мне показали такую вещь, которой, ну, я вам скажу, у меня дух захватило, честно говоря. Я знал, что вы это у меня спросите, поэтому я уже готовлюсь. Да. Вот это, пожалуйста. Вы мне дарите? Это самое новенькое. Вы мне дарите? Да, дарю. Хорошо. Значит, вы мне сказали надеть вот эти очки, так? Надеть очки, в них абсолютно ничего не видно, тьма, да? Вот осветительные приборы еле-еле видны. Там ничего не видно. Расскажите, пожалуйста, вот что вы предлагаете сделать? Дело случая. Когда такие очки смотришь с такими очками на солнце, ты видишь только кружок. И хоть вы смотрите 100 лет подряд, он не дрогнет. Кому угодно дайте кружок, стабильный, и все так и должно быть. Но если мы с вами договариваемся, что я вам что-то покажу, я говорю: Дмитрий, смотрите сейчас, что видите, кружок, да? Хотите что-то видеть, да? Ну, смотрите, и вдруг солнце поплыло в сторону. Оно пришло в движение. Почему? Я не знаю. Я в это время смотрю на солнце. Я так в очках не буду смотреть. Я, когда смотришь на солнце, оно очень яркое. Когда смотришь, все, яркость эта вокруг солнца исчезает. И я вижу точно такой кружок, как вы. Но я вижу его очертания. И я тогда смотрю сюда, буду смотреть. Я по краям смотрю, чуть ниже вправо. Когда смотрю чуть влево, оно движется налево. А между нами расстояние сколько? Я буду в Израиле, а вы здесь. Ну хорошо, вот сегодня 19 ноября. Да. Давайте назовем примерный день какой-то. Вот. Это нужно условие какое-то, чтобы тут было солнце и там. Я бы с удовольствием. Я хотел еще со Штатов сделать. Это недавно был в Нью-Йорке. Допустим, там яркое солнце, а разница сколько была? 6 часов в Киеве, так? И как раз что совпадало. Ну, где-то там у вас было бы 4 дня, а у меня было бы где-то там 8 утра. Как раз яркое солнце. Я говорю: ну, смотрите, а между нами будет чуть ли не 10 тысяч километров. То как так? Многие скажут: это гипноз, это там еще чушь какая. Какой там гипноз? Люди не разбираются в гипнозе. Смешно просто. Ведь никого не... Вы показываете ребенку, вы показываете кому угодно. Вы сами смотрите. А тут раз прекратилось. А вы говорите: еще? Ну, давайте, для чего-то я буду показывать. Я буду в Израиле очень широко, там солнце, может быть, и тут будет. Для того, чтобы у людей взвинтилось чувство удивления. Ну да, управлять солнцем такого еще никому не удавалось. Ну, это даже в ряде солнце движется, но видно вот этот поток, глаза и солнце, видно там, ну, что-то происходит, какая-то скорость. Потом посмотрел на солнце, ты уже там 150 миллионов километров за мгновение.